Мы находимся в городе Фраскате, и вот это вот их символ, это девка с тремя сиськами. Смысл в чем? Две сиськи – это молоко, одна – это вино. Это все, что нужно для счастья в этом замечательном городе. Это маленький городок, расположен приблизительно в 20 километрах от города. И что интересно, такие города, они не менее интересны, чем сам Рим. И здесь даже вот есть какой-то замок, только вот против солнца его не совсем видно. Увы, весь этот замок закрыт для посетителей, поскольку он находится не в Риме, и туристам сюда неудобно добираться. Но можно позаглядывать. По сути, мы сейчас находимся в селе. Но меня поражает инфраструктура этого маленького тихого городка. В этом городке есть парапетик, откуда открывается замечательная панорама на Рим. Это памятник погибшим в войне, причем с 35 по 45 годы, поскольку в Италии война началась в 35 году и воевали они с Испанией. Я бы с радостью рассказал вам еще больше про этот замечательный город, но приехал мой автобус, и мне пора возвращаться в Рим.